Церкви всех штатов США спешно ужесточают охрану и обучают прихожан и священников стрельбе и скрытому ношению пистолета в связи с ростом преступности на религиозной почве, рассказал портал Invictory. Расстрел в прошлом году 9 человек в одной из самых известных афроамериканских церквей в городе Чарльстон, штата Южная Каролина, стал последней каплей, после чего полиция и лидеры церковных общин решили перейти к активной обороне против терроризма и нападений. В штате Калифорния охранники церквей и священники проходят курсы обучения мерам безопасности, а также осваивают методы скрытого ношения огнестрельного оружия и стрельбы из него. Но ввиду того, что свобода ношения оружия и свобода его применения преступниками зашли в стране уже слишком далеко, многие опасаются, что вооружение церквей только усугубит ситуацию.